Здравствуйте, с вами магазин установочный центр Фронткам. Обзор на мультимедийные системы на базе Android от компании CarBox на Toyota Aisys. Модель H-Line с диагональю экрана 9,5 дюймов и разрешением экрана 2К. Планшет встает через специальную переходную рамку в штатное место автомобиля. Все выглядит максимально аккуратно, без щели, без зазоров. По проводке подключается разъем. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплект с магнитолами. Кнопки на руле. Все работают, все функционирует. Громкость, переключение треков, кнопка Mode переключает между всеми источниками. С подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически переключается дневной и ночной режим. По внешним подключениям в бардачок выводятся два USB порта, куда можно подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. И также дополнительно вводится слот под сим-карту для подключения к интернету. Подключиться к интернету вы сможете, как установив сюда сим-карту, так и раздав его со своего мобильного устройства через режим модем. Дополнительно на этот автомобиль также установили камеру заднего вида. Она аккуратно встала в плафон подсветки номерного знака. Включается автоматически при включении задней передачи. Имеет широкий угол обзора 170 градусов, картинка Full HD, все прекрасно детализировано. И камера как раз смотрит вниз, поэтому очень близко можно парковаться. И благодаря широкому углу обзора все прекрасно видно по краям автомобиля. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки парковочных линий. Данная магнитола — это одно из лучших решений на данный момент на рынке, с самым высоким разрешением экрана и с достаточно производительным железом. Поэтому все работает максимально быстро, плавно, вполне удобно всем пользоваться и доступен весь современный мультимедийный функционал. Планшет работает на полноценной Android-системе. Доступно скачивание приложений из Play Market, самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск. Штатная радиоантенна, конечно же, подключается, все функционирует, все работает. Есть эквалайзер для настройки звука. Возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Подключение Android Auto, либо CarPlay, как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительные мультимедийные оборудования для вашего автомобиля. Более подробную информацию вы сможете получить на нашем сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также в нашем магазине есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!